Перья тут вроде бы ровно. Но у вас еще проблемы с хитом. Сюда и дерево, сюда и дабы. Вы же сами делают и Нес Крафт. Мы шляпе берутся полностью с Макфинтом. Подходит помогать Дабон. И видимо Макфинт пока первый лайв. Печа так сразу уже. Игроков и несколько есть. Лайв тоже второй. Не может пока получить на пике второго левела, чтобы идти было помогать. Купил себе одного веном. Пытается вас хит с своим первым спалом. Самое, что саппорт не одна из команд, еще не уходили куда-либо. Где пытаться мне поймать акса. Сам что акс не среагировал. И делать ФБ. Вместо слот. И умирает акс. Это ФБ для Санси. Летает Абадон, но он не успевает. Абадон проблем. Закончил с ману у Сайнсера, хотел ему всему убить, первым с пулом, но он не успел. Да, тут у меня Сайнсера. Крипстатор два раза опережает Топлака на шум. Помнит, так же все плохо, и пока что две линии проигрываются. Еще наконец-то второй левел Monkey King. Здесь запрыгнуть на дерево увидеть помника, но без маны. И сделать минус. Запрыгивает. Замедляет его веном. Но не хватает МС, чтобы догнать. Сразу действует саппорта Дайер. Ни Monkey King, ни Monkey King, ни Абадон не вышли попробовать убить Баншу. Есть игроки. И спокойно уходит. Кажется, Монфик заряжает ботл. Значит, даже отдает ботл. Большая, пользуюсь тем, что пока у меня работает тиммейт, спокойно фармит мид.
Почти догнал по пустоту. Без кофе. Душ. Вы уже наблюдаете, что те или две другие команды идут ровно к пустоту. На бочном падении идет на кибит антимага, но успешно. Он добил на Рабадона от полника. Пытается опять напасть на антимага, но он не так спокойно ходит. Вот запросто, да. Не поставить лесу. Выходит сразу соловью. И опять ставится пауза. Снимается пауза. Гоняем пару гарантиры. Продамажить гарантиру ворока. Мало пока дамаги первый щит. Зератор не находится в гильгер, среди рукой. Его видно. Есть замедление. Подкапывает тролля. Смитинг. Вот это. Да, проездил там, где есть еще ПМС. Уходит Смитинг. Визаж первого уровня. Поставил вард в миде. Для Магнуса. Не получается забрать визажа, успевает завтра помочь. Нет, все-таки взрывает его третий скилл от Сент-Кинга и еще прогоняет завтра Сент-Кинг. Соло забирает ФБ. Прогнали боксира в лес. Ставим тут еще точку. Магнус на 6 кипов обгоняет вариатку. Это нафиг его есть. Качается чуть-чуть в свою сторону. Очень хорошо себя чувствует Магнус Мин. Сергей подкапывает с раптором. Вырезает его дерево и убегает. Дальше какие-то сантинды. Есть хорошее кольцо. Ходит под копом. Сейф с трех премьера. Ставится у него 26 кг. И здесь
открывает дверь Саша, смотрит его визаж. Экран осветил его курьером. И не его хоть не даст. Не будет никакого мечи, не будет дайгера. Четыре скрипов выполняет Магнус в этом миде. Странно, что я это проигрываю. Какой у тебя разъем? Прокачал он РП, взял 2 импауэра. Очень тяжело ставить в эту. Вот такая пичка от Магнуса ЗД. Собирает первую пустую ВФ. Продолжает Магнус прокачаться через РП. Есть уже метас. Сейчас видит на линии купить сетап. Остался из петра в фронтбайле. Зажарить уже медалька, вчера не видать.
находится без сабли. Первый понятос Магнус, все 30 голды отстает от Мертани, плюс 100. 100 голды отстает от него Энигма. Либо на первом месте Парадокс, 5000 на втором месте Парадокс, на третьем спектра, либо 700 голды, либо 700. И спектра выбрать себе, я на втором месте спектра, что-то не будет. Вот пытаются убить дизраптора, спектра сразу выходит. Уже прилетает тролль, за этот тролль начинает нападать на него, потому что он вылезает. Купить себе за счет газ 1600 долларов сверху выдавка, если не вырезать. Он хуже упадок. Пытается убить Амадус с строя песка, получится его. Просто потратить полностью реверс. Тратить реверс, начинает он убить. Контингер и с помощью вот этого лет позабирает. Ровно пока идет команда, но и надо вылезть по вопросу вперед. Спектра внизу.
2500. Сейчас все напрягает. Так, все расходы будут нет. Магнус с субботы не забирает ванну. Парнил себе на сабру Магнус, немножечко у него остается для дебри. Забирает ладоха, продолжает настреливать по полю, который забивает меня и пытается убить Лима. Лима также убирает. Хорошая драка для тьмы. Три ладоха. И 2000 голды выиграл член тьмы. И 3000. Я был на Сент-Кингу за месяц. Все команды будут шайны. Появляется новый шматок,
продолжает его позиции. Убегает Магнус на скьюере. Дарсей пошел сжигать Синкинга. Есть подкоп. Очень плотный Дарксир. Убирает Синкинг. Ставит свой тест Раптора. Умирает также в Адлок. Это минус 4. Раз минус 2. Через 2 секунды будет спит Дарксир. Очень плотный будет. Смотрим Fighter Cup. 4 в 3. 800 золота получили. 900 даже почти Дайер. 1100 получили Рейден. Умерли Керри. Другой команд. И Визаж. Сразу делают Херс. Находит Рошан, который как сразу только выдержал строй. Знает ли об этом Рейден? Да. Есть полушот Рошана, но слишком поздно, Рошан уже умирает. И трое забирает Аилис. Они идут на тирковую вышку на двери. Волок. Стоит Магнус, попробует кого-то сейчас на скиллере отвести. Это только двоим, и ставится пауза. Сразу же отскакры. Все
все равно мало шансов выиграть. Сейчас у Рэмси Сарлока нет голема. Отжимается пауза. Смотрим на Скивер. Быстро очень сбивает двоих. Ставит сюда Дизраптор, врывается с другим суртой, ставит стенка. Плохо пешка Визаж пытается уйти, уходит Визаж. Уже минус 3 делает Дайер. И дабл кил для Магнуса минус 4. Забирает туда вышку. Прям с радиком и с отдачей. Нет ни у кого байбек. Заходит на хайграунд, очень быстро человек будет сносить, откатывается ультал короля. Взяли эту мульту. Нет, есть гриф. А, это гриф. Нет, это нет грифа. Был гриф ударит. Спокойно умирает трой, знает, что у него Элис. Здесь ультал локер, Дарьян бьет. Почему-то крипов. А, бьет. Птичек из ажа. И спокойно отходит на дайвер. Потеряли меньшую барабанушку. Сейчас методично пойдет снизу шрайн, потом Т2 на топе, и уже будет приехать на граунд и выиграть прыгну. Очень быстро фармит тролль. Также имеется у него Лотар. Лотар есть у Магнуса. Отличный бокол. Ставит сюда дизраптора, стягивается. Не дотянулся стяжкой. Не дотянулись первой стяжки стяжкой головой стенки. Уже до руки сделал первый. Есть деньги на шину уже. Магнус оставляет себе бэкбэк. 9000 везут по деньгам Дайер. Стоит избирать середину вышку. Пройдал Дайер. Чекает нет ли кого сзади спектры. И нападает на спектру. У него отдача. Очень много получает урон от отдачи. И пятером спокойно убивает спектру. Есть у него байбек. Короче, сейчас подходит за трипов, но
сонные спектра. Где-то удар. Пошли веки. Отфильтровали и будем закрыть программу, производить на бобер-спектру. Культурует, врывается. Давайте скроля. Твой лоб пешки ставится. Отлично, был пол, троив. Не уйдет отсюда визаж. Также стреляет проект дарксира. Не уйдет летает спектра. Уйдет суш, и все-таки убежит. И вот так вот, через пол забирает троив. Рейдинга и в очередной раз я не удалось. Продолжение следует...
раз возродился, начал прочекать свою фамилию. Появляется Магнус Аглопорн. Еще вот такая драка, и ее можно уже заканчивать игру. Да? Магнус решил в лотаре побегать, завезет лотер и возьмем на фильтр. Глупый мафон Магнуса. Забирать хорошо на конце света и решать оппоненты, скорее всего, нет, потому что там с уверенно 60 секунд рейсом не будет. И команда 4 СВД сможет стать лидером весеннего чемпионата Востока по списку. Я например, который на это сделал. Также Махнер это наш город, я Аэродром. Спонсор это Экспоя. Была себе Пусянова. И Канада. Вырывается СК, забирает визажа. Вырывается Нима с воротом. Но нет ультивой Нима. Порвался СК и чуть-чуть не хватило, чтобы допить себя короля, который все равно умирает. Пятером умирают команды Сейзмы, ради Барак. Прикупил бы из Петра. Смотри, Адефиса. Адефиса последний барак. Рейтинг твою. 13 тысяч опыта получается за место, 1000 золота, не так много. Есть мотал за спик 3, скоро появится диффуза. Спушил визаж фамильярный последний барак, и это мег крипы. Дайр. И теперь начнутся проблемы, очень сложно будет дефать одной спик 3. Потому что я просто слабовато буду дефать мег крипов. Но еще посмотрим, где будет на помощь. Уйдет в этом. Мало шансов остается у рейдера. Тысячи выигрывают дайв, следующий шрайн, сейчас зададимся в тройке, кажется, на нижний шрайн, скорее всего, и пойдут сносить, да, просто лишь шрайн, пойдут сносить вражеский, подтягивается на команду. Дропил по этому
остается. Терять уже нечего. Видел погоду. Здесь интернет у всех. Идем по блокам. Рвается сенкейк, ошибается. Если у него еще не дула, ставит сигарет. Вэйк начинает настреливать, отлично, я только троим, и все, ВГ минус 4 от троя. Остается одна спектра в живых, и Магнус просто идет пушить трон. Доковыряли спектру. Проигрывается спектра, но это уже такая апатия. В финале последней игре тролль делает у нас рэмпейдж. 7-7-7 вообще показался хорошим протяжением всего этого турнира. Мы видели две игры на все, где он выносит вперед ногами просто команду соло. И поздравляем команду 4СВД с первым местом на Каспиан Спринг Кап 2017. Спасибо спонсорам за этот турнир. Напомню, спонсоры это ОНТС Реал, Авиапром, Наш Город, Red Square и Торнадо. А мы с вами прощаемся. Спасибо, что смотрели нас. Всем пока. Точно все вообще как-то получится. А там еще двигатель. Это было.
второй лайн. Сейчас будем третий. Смогут он помешать мне как команду, кем меня потом. Тимар пушит сразу. Средняя линия. Пытается направить арену за фарой на Кунга. Управляет арену. Включается прыгать Сларк. И походу это будет игрок, да? Команда Тонтин. Сможем сделать его на карте. Мы уходим на небольшую паузу. Не переключайтесь, скоро вернемся. Поставьте, да? Пауза. Гоняем пару гарантию. Продамажить. Гарантию ворока. Мало продамажить первый щит. Зератор не находится в гильге. Светик уходит. Его видно. Есть замедление. Подкапывает тролля. Смитинг. Вот это. Да, проюзал танго. Есть еще ПМС. Уходит Смитинг. Визаж первого уровня. Поставил вард в миде. Для Магнуса. Получается забрать визажа, успевает завтра помочь. Нет, все-таки взрывает его третий скилл от Сент-Кинга и еще прогоняет завтра Сент-Кинг. Соло забирает ФБ. На 6 кипов он выгоняет вариатку. Это нафиг его есть. Скачает чуть-чуть на стол.
очень хорошо себя чувствует Магнус Мин. Сергей подкапывает с раптором. Вылезает на дерево и убегает. Дальше как с Сергеем, есть хорошее кольцо. Ходит под копом. Все из трех универа. Ставит у него 26 рука. И идет убирает Трошан. Нет, не успевает у него убирать Трошан. Убирает его визаж. Грамотно осветил его курьером. И Нигма хоть не даст. Не будет никакого мечи, не будет дайгера. Четыре скрипов выгоняет Магнус в этом виде. Странно, что я это проигрываю. Какой у тебя разъем? Прокачал он РП, взял 2 импауэра. Очень тяжело ставить в эту. Вот такая обычка от Магнуса ЗД. Собирает первую пустую БФ. Продолжает Магнус прокачаться через РП. Есть уже метас. Сейчас видит на линии купить стартап. Продолжение следует...
Бали. Бали? Магнус, все 30 голды отстает от него, а не 100. 100 голды отстает от него Энигма. Еще долг уже успею. Либо на первом месте Парадокс, 5000 на втором месте Парадокс, на третьем месте Парадокс, либо сажать с Магнусом. Вверху Энигма больно бьет завтра колесо, тоже прилетает тролль, за это тролль начинает нападать его за то, что он вылезает. Thank you.
еще раз. 1620 доллара. Парнил себе на саблю Магнус, немножечко у него остается для Дэдли. Я просто зову за минуту.
этим именно забирают металлы. Верно забирает этажа. Забирает этаж. Продолжает его позиции на паузу, примерно отжимается. Добавим эту лошадь, добавим мышку, не заходит. Рейдинг, есть бэк-холл, еще здесь остается ДКБ. Это финальная игра. Где ребята не рискуют. Забирают тролик из долона. Идут с Петра. Забирают Драктора, борются за Магнусом. Есть ульта, быстро очень убивают с Петру. Убивают с Никинг, уже поздно. Два ульта пока замес. Нужно быкова по ГГ и 2 в 3. Драк еще не заканчивается. Убегает Магнус на скьювере. Дарси пошел сжигать Синкинга. Есть подкоп. Очень плотный Дарксир. Убирает Синкинг. Ставит свой тест Драктору. Умирает также в аглок. Это минус 4. Разменим двоих. Знает ли об этом рейдинг?
Да. Есть полушот на Рошана, но слишком поздно Рошан уже умирает. И трое забирает Аилис. Они идут на тирговую вышку на двери. Волок. Неплохой волок. Нет, Бакова у них. В Атаре стоит Магнус. Попробует кого-то сейчас на спиннере отвести. Это только двоим. И ставится пауза. Сразу же отскакры. Но мало шансов выиграть. Сейчас у Грэпки с Варлоком нет голема. Отжимается пауза. Смотрим на скивер. Быстро очень сбивают двоих. Ставит сюда дизраптор, врывается с другим суетой, ставится стенка. Плохо пешка визаж пытается уйти, уходит визаж. Мы минус 3 делают дайер. И дабл кил для Магнуса минус 4. Забирают туда вышку. С радиками с отдачей. Нет ни у кого байбек. Заходит на хайграунд, очень быстро человек будет сносить, откатывается ульта у короля. Взяли эту ульту. Нет, есть гриф. А, это гриф. Нет, это не грифа. Был гриф ударит. Спокойно умирает трой, знаешь, что у него Аилис. Здесь ульта Варлока, когда бьет. И спокойно отходит на дайвер. Потеряли меньшую барабанушку. Сейчас методично пойдут снизу шрайны, потом Т2 на топе и уже будет приехать на граунд и выиграть прыгнул. Очень быстро формит тролль. Также имеется у него Лотар. Лотар есть у Магнуса. Магнус Шилл. Смог. Командер. Будет они кого-то искать. Не видели от команды рейтинг, но он только догадывался. Если Миша с бэкпол, подкапывает Сингин. Но у них нет даггера, так она ворвалась. Возвращает Сингинка и убивает его. Здесь байбек. Ворвалась Петра. Оставить ульту. Ворлок просто умирает. Здесь бэкол с тролля и Дарксир. Отличный бэкол. Ставится ульта из раптора, стягивается. Не дотянулся стяжкой. Не дотянулись первой стяжки стяжкой головой стенки. Уже дарксир сделает бэкол. Настроение.
есть деньги на шину уже. Магнус оставляет себе ГБ. 9000 везут по деньгам Дайя. Стоит избирать середину вышку. Продал Дайя. Чекает нет ли кого сзади спектры. И нападает на спектру. У него отдача, очень много получает урон от отдачи. И в пятером проходит другой спектру. Есть у него побег. Кто сейчас подходит за спектру, но он расформил спектра. Культурует, врывается. Давайте с короля. Твой лоб пешка ставится. Отлично, был пол в троих. Не уйдет отсюда визаж. Также стреляет проект Дарксира. Уйдет летает спектра. Уйдет суш. И все-таки убежит. И вот так вот через пол забирает троих. Рейдинга и в очередной раз я не удалось. Культует дизраптор, не видно Магнуса, Магнус бегает рядом, он может прыгнуть из-за того, что Рейдинс ждет его. Минус 3 делает уже, по-моему, Сил Тьмы, минус 4, там 4 раз остается, плохая драка для Сил Тьмы. Выигрывают они 7000 опыта и выбирают 2000 воды. Посмотрим, что там было. Выкупа есть, но не выгодно, и больше никого. Который убивает еще раз Петру, который убивает его первый раз. Сносит нижние ворота. Откатывается из храна, забирает они.
ножа и отходит назад. То есть погоня с королем. Хорошо было, если кто ушел. Нет у него нога. Зря он это делает. Начинается драка, у них вылезает верхом. Я попробую какой-то ритма, забираю все-таки ритма. Тут тролль вырывается, пытается забрать Эльгиса, но он забирает весь мутра. Мутра очень много получает. Очень сильно. Рубит ее тролль. Я думаю, это не первый пар, потому что на Европе имеется только войне. Попробую сейчас все это снести в верхнее строение. Сможет стать лидером весеннего чемпионата в Астрахани, по списку. Я например, который на этом году сделал. Также Махнер это наш город, я Аэродром. Спонсор это Экспоя. Была себе самого. Вырывается СК, забирает без ножа. Вырывается мимо свободно. Но нет ультра мимо. Ворвался СК и чуть-чуть не хватило, чтобы добить себя короля, который все равно умирает. Пятером умирают команды Сейзмы, ради барак. Прикупил бы из Петра. Смотри, Адефиса. Адефиса последний барак. Рейтинг твою. 13 тысяч опыта получается за место, 1000 золота, это так много. Есть мотал за спик 3, скоро появится диффуза. С пушил вязаешь фамильярный последний барак, и это мег крипы. Дайр. И теперь начнутся проблемы. Очень сложно будет дефать одной спик 3. Помощь. Идет в этом.
мало шансов остается у Рейдерса. $22,000 выигрывают. Дайв. Следующий Шрайн. Сейчас за 10 тройки кажется на нижний Шрайн, скорее всего, и пойдут сносить. Да, хочется лишь Шрайн. Пойдут сносить. Правильно. Подтягивается свою команду. Графил поет в эхо. Последний шанс остается. Терять уже нечего. Идут по воду. Здесь ультимейт у всех. Идем по локам. Врывается Сенкик, ошибается. Есть у него еще дула. Ставится голем. Вэйк начинает настреливать. Отличный РП по троим. И все. Это ВГ минус 4 от троя. Остается одна спектра в живых. И Магнус просто идет пушить. Трон. Договоряли спектру. Спектра, но это уже такая апатия. В финале последней игре тролль делает у нас рэмпейдж. 7-7-7 вообще показался хорошим достижением всего этого турнира. Мы видели две игры на Урсе, где он выносит вперед ногами просто команду соло. И поздравляем команду 4СВД с первым местом на Каспиан Спринг Кап 2017. Спасибо спонсором за этот турнир. Напомню, спонсор это ОНТС Реал, Авиапром, Наш Город, Red Square и Торнадо. А мы с вами прощаемся. Спасибо, что смотрели нас. Всем пока.